Walker. Archers ready. Hiding in wait. For Athelloran. Челки мне эти вообще, ну их игра, их юзать надо очень грамотно, чтобы они заходили. Я так понимаю, натиск они не особо держат. Угу. А они держат, вроде как. Просто у них тут еще спылы всякие веселые, их тоже надо юзать. Конин прикольный, да, соглашусь. Не понял. Вы отдельно. Найс, в инвизе стоят такие просто за горкой. По кайфу. Орлы топчик. Но их надо тоже грамотно юзать, потому что они в ближнем бою хреновые. Их, по сути, надо просто в натиск вводить и выводить автоматом. Орлы, которые просто без всадников. Ну, они как раз... Они хороши против героев отчасти и против лучников. На меня как-то бретонец напал, у которого был стак этих конных лучников, и мне этот орел просто вообще никого не смог убить. К сожалению. Ладно, все, погнали. Сейчас узнаем, что круче, ружье или наш лук. О, гномчики, пока. Отходим потихоньку. Блин. Хотя лучше по этим зарядим. Так, что ты стрелять уже будешь сегодня? В итоге просто мы несколько отрядов отправили, они все за нас сделали, кайф. Так, а ты что, здесь уже? Нет, ну что ты не бежишь? В любом случае. Интересно, они хоть они... О, залп все-таки сделали. Кого-то даже убили. Ложность, игра... Легенда, да. Пойду покорюсь. Ой, салатик. А я сегодня сожрал, знаете что? Яичницу. Все. Так, что-нибудь у нас уменьшение скорости есть? Нет. Ну ладно. Ну это подземная битва, он, по идее, должен и так сдохнуть. Блин, все-таки олени закоцались. Жалко. Change
Orders acknowledged. Your orders. Ну, юзай. We accept. It shall be done. Forever loyal. Understood. Ride them down. Ever ready. As you say. Pray to your gods. Your orders. You will need their help. Advance, go. To battle. Бедолажный гном. Orders acknowledged. Yes. Listen. It is done. At once. Awaiting orders. As you say. Swiftly. Давайте, бегите. Единственное, что вот еще есть прикольного, если ты через лук вкачаться, скорость им бафаешь. Жестко. Я сомневаюсь, что они будут... Ну, блин, зараза. Живой. В итоге только пушка, он, я так понимаю, олени немножко убил и все. Ну да, даже основные силы добежать не успели в итоге. Как мы их расстреляли. И опять же, вот отряды почти в упор сейчас. Они, конечно, были под склоном. Понятно, что их не видно было, но... Инвиз все-таки лютая тема. Просто еще одно дело, когда кинет там гоблины дурацкие в этом инвизе, там еще можно как-то это пережить. А другое дело, когда там сзади выбегает этих отряд сталкеров там. Достаточно хороших. И они тебя расстреливают там в тыл. Это жесткая тема. В общем, против эльфов без коней играть противопоказано. То бишь, если ты гном, то единственное, что тебя спасет, это твоя артиллерия. Кстати, действительно, по сути, играя за гномов, почти нереально, наверное, эльфов-то вынести. Потому что если ты в этот в лес зайдешь, там почти все карты, они лесные. И артиллерия автоматически бесполезной становится. Дичь. Как бы, если я могу еще представить там за какой-нибудь там, за, ну, за все остальные фракции, тупо потому, что у них хотя бы конница есть. Я могу представить, как они это Тотали Лорен месь, это вот гномы. Это грусть. Разве что брать этих там железных ящеров там с этими с огнеметами, блин, они типа будут такие ходить и поджигать этот лес везде. Тогда может быть. Так, мани. Чё по мани? Ладно, мы убьем пленных, чтоб у нас убийство работало. Долго еще стримить будешь? Сколько сейчас? Сейчас 11. Ну, часа 2 минимум. Ух ты, хороший талисман. А у тебя чё? Давайте отдадим. О, время прокачечки. Общий резерв найма плюс один. Берем. Надо, пока хаос не пришел, все-таки вот поступь охотника брать. Стремительный удар must have. Так, ты у нас что можешь? Ну, давай янтарное копье тебе возьмем.
Elendil, destroy! To arms! Ах, как же мне лень на самом деле. Ну, ничего не поделаешь. Так, а что за крепость? Ого, большая какая. А, блин, у него тут с тяжелым оружием еще эти ретарды. Что-то мне кажется, что я на стены не буду лезть в этой игре. Пойдем тупо ломать ворота. Потому что даже если башни там дойдут, то им будет как-то тяжко. Так, стоп, а у вас есть бронебойность? Хотя ладно, можно будет и на стены все-таки залезть. Я, наверное, вот танцоры войны два отряда закину. Почему нет? Сомневаюсь, что комп как-то реализует катапульту или арту до того момента, как я в саму крепость зайду. Ну, блин, у него даже 5 лучников. Вернее, 6. Грустненько. Что самое интересное, имперцы никакими катапультами не пользуются даже. Хотя они вроде как более отсталые в инженерии, чем гномы. У них как раз самая ретардская это мортира. Так. Так, ну мы с краю пойдем, чтобы нас только одна башня могла трогать. Very well. Так, ну ладно, так я его лично бы перевел, да, вот этим вот этот отряд у нас просто бежит ворота ломать бегом. Так, ты у нас с лучниками будешь веселиться. День инсайди. Блин, конница, конечно, в осадах не очень помогает, к сожалению. Так, орельчик. Так, ну вас сюда тоже куда-нибудь запихнем. Ну-ну-ну-ну-ну. Блин. Ready for orders! Ha! For Eldrazor! Lord of the Hunt! Hiding in wait! Кстати, этих-то лучников он не видит вообще. Лол. Да, блин, что вы делаете? А, мы здесь не можем? Тогда ладно. Эльфы напали на гномов. Да, сопры, именно так. Ну, исключительно из меркантильных.